Всем привет, друзья, с вами Спикер, и мы в морских сражениях. Сегодня покупаем новый кораблик СССР под названием «Новик». Да, новый кораблик, 75 тысяч серебряных, и в принципе очень неплохо смотрится. Я вижу расположение пушек совершенно другое, но также получается будут 4 пушки работать. Хорошо купить за 75 тысяч и 300. Конечно, подтверждаем, в слотике есть у нас слотик, конечно, у нас 5 кораблей, друзья. Да, у нас новый кораблик, и скажу, в принципе, очень неплохой. В принципе, мне понравился СССР, и немецкие корабли тоже довольно неплохие. Хорошо, что у нас получается тут? Ух, включено автоположение. Хорошо, мы уже выдвигаемся в бой и посмотрим в бою, как... Ну что, друзья, наш бой начинается. У нас получается 12 кораблей противника, 12 союзников. Это уже не 8 на 8 бой, довольно интересные бои будут. И посмотрим по планшету. У нас очень мало времени, но полный ход я уже указал. И куда мы все-таки поплывем? Очень мало островов, где можно скрыться. Ну что, наверное, пойдем лево на борт. И уже, если что, будем вести тут огонь. Сделаем маневр и будем вести огонь уже в открытые, друзья. Довольно очень опасно, потому что у нас... третий уровень против нас, а у них есть торпеды. Да, друзья, торпеда на третьем уровне, у нас же не еще второй. Но, друзья, мы готовы умирать и готовы побеждать. Да, погода, конечно, не найс. Автопилот мы уже выключим. Вижу даже расположение пушек совершенно другое, но также будет 4 снаряда. Там фугасник и также бронебойный. 12 кораблей будет, гораздо дольше будут бои продолжаться. Ребята уже пошли вперед. Слушайте, какие-то они быстрые. Слушай, какой-то реально быстрый кораблик. Он довольно такой маленький и очень шустрый, я скажу. Такой кораблик на расстоянии подбить очень сложно. Но у нас, походу, средний. Средний по тяжести и по скорости. Сколько? 23 узла? Ну, должно быть, наверное, 25 узлов. В зависимости от погодки. Тут довольно красиво. Там у нас дождь идет, вижу. А вот там довольно ясно. Ух, какая красота. Так, ну что уже? Противника пока что не видим, и точка Б, кстати, захватывается врагом. Да, на точке Б уже кто-то есть. А кто-то пошел по центру, тому, походу, будет просто хана. Ребята, почему там столпились на месте? Они реально столпились на месте и стоят. Я чувствую, этот бой нам не выиграет, друзья. 10 километров до цели, а максимально можно, нам кажется, 9 километров попадать. Так, ну что, мы все-таки идем в атаку. Не знаю, что из этого получится. Так, давай-ка лево на борт и будем держаться вместе с союзниками. Какой красотень кораблик. Но это только второй уровень, друзья. Есть еще 10-й и корабль Москва УССР. Довольно красивый кораблик. Мне он очень понравился. Так, я вижу, вся движуха идет на Б. Ну хорошо, мы обойдем точку С. И если что, будем уже островом прикрываться. Так, сколько километров? Слишком далеко, даже не вижу, сколько километров. Ну, 110 снарядов там, погода сколько? 5-6, 6 снарядов. Ух, третий уровень работает. И он бьет очень дальше, гораздо дальше, чем второй. Так что, он уже бойкие, вижу. Бойкие вижу, идем с союзником, я как-то на прикрытии. Ну и что у нас тут ждет? Я вижу на С, у нас есть 2 корабля. Так что 7 километров, друзья. Фугасник готовим, готовим фугасник и сразу же огонь. Так, полным ходом и огонь. Так, один, второй. Пошел огонь, фугасник. Поджигаем, конечно. Вот это, мне кажется, нужно быстрее подбить, потому что идет он как-то не очень-то и красиво. Оп, есть попадание, значит, они смертные. Хо-хо, сейчас накажем их. Так, нужно поджечь его, конечно. Мы идем бочком, и все 4 пушки взаимодействуют. Это, конечно, очень хорошо. Попадание есть. Ух, жесть, сколько там снарядов прилетело-то. Как-то просыпнул, мои снаряды летают, скажу. Не очень, как-то нестабильно. О, хорошее попадание. Попадание есть, мы почему-то не поджигаемся. Походу на рулевые поврежденные. Кто нас прессует? Я вижу только 2 корабля. Ух ты, вижу, да, кто меня прессует, я вижу. Он уходит прям за остров. Ну, он стоп-машину, походу, сделал. Так, прессуем этот. Сейчас включим бронебойный, уже добьем его. Бронебойный включаем и добиваем уже. Стоит на месте. Там еще один появился. Их там трое, друзья. Очень жарко будет. Нас, получается, здесь всего лишь 2. Ух, я, походу, один остался. Так, делаем разворот лево на борт и уходим отсюда. Я чувствую, нужно реально уходить отсюда. Здесь будет очень жарко. Ох, походу в нашу сторону. Так, уходим, да, вижу в нашу сторону. Что у нас теперь? Я теперь прекрасно все вижу. И уходим отсюда. Тут довольно жарко будет. Так, это не хочет, не хочет реально уходить. Так, делаем разворот. Вот, замечательно. Нужно держать на расстоянии, потому что у нас там есть торпеды. Ух ты, жесть, какая красотень. Тогда нужно уходить за остров. Ребята, вижу, опытный уже. Я еще не опытный, но я могу дать подсральник тоже.
пошли снаряды бронебойные. Он, походу, стоит на месте. Сейчас определим. Ух, да, попадание есть. Он тоже смертный и тоже будем наказывать. Полный ход, и нужно как-то маленько маневрировать. Вот так, лево-направо, влево-направо. Что у нас по точкам, друзья? С мы еще не взяли, к сожалению. А вот Б и А мы уже потеряли. Огонь! Так, два корабля я вижу. Ну, к ним подходит, кстати, прям возле тыл. Ну что, нужно прикрыть, конечно, своих. Так, стоп-машина, даже задний ход. Так, задний ход делает. Ну-ка, пошли снаряды. Прям бочком. Задний ход у нас сколько? 75 хп у нас. И, походу, его прессуют очень жестко. Нужно, конечно, вести огонь. О, хорошее попадание. Отличное попадание. И еще разок чуть наперед. Точку С мы захватываем помаленьку. Помаленьку, по чуть-чуть, но точка Б очень жаркая, друзья. Так, задний ход ты будешь делать? Три узла. Очень медленно, конечно. Слушайте, он уже горит. 60 хп, и он уже очень хорошо горит. Так. Задний ход есть, 7 узлов. Ну-ка посмотрим. Да, довольно очень неплохая скорость. Мы ведем все-таки огонь по противнику. И наши приплыли сюда нам на помощь. Нужно уже гасить его. Нужно реально его гасить и убивать. Ребята маленько в кипише. Нужно все-таки будет сделать поворот. Ну-ка, давай полный вперед. И, наверное, все-таки поедем. Кто уничтожен? Так, полный вперед, мой друг. Как мы бочком встали-то? Нужно сделать разворот, уже 4 пушки должны быть активно работать. Кораблик подобрен. Мы потопили. Так, отлично. Давай все пушки 4 готовы. Слишком далеко. 9 километров уже, походу, не в нашу пользу. Ну хорошо, чуть ближе подойдем. Так, что у нас по карте получается? Я вижу, прям по курсу где-то у нас есть противник кораблик. Ну-ка посмотрим. Эх ты, да. Да, вижу торпеды. Вот у нас противник. И на точке Б довольно жарко. Можно проплыть уже на точку Б, друзья. Помочь уже союзникам. Что у нас? Ух, друзья, сколько потеряли мы кораблей и сколько противник. Мы, походу, проигрываем. Очень жестко проигрываем. Походу, мы много кораблей еще не вижу на карте. Что у нас? Слишком далеко еще? Нет, можно вести огонь. Огонь 9 километров, в принципе, достаточно. Ребята, нужно держаться все вместе. Мы сила. Да, мы единая, мы сила. Сколько у меня пушек работает, даже не вижу. 1, 2, 3. Впереди, наверное, у меня вижу, только 2 снаряда летит. Значит, только 2. Ух, как же присуму. Но точка Б будет очень жарко. Ну, давай уже взрывайся. Он уже полный ход сделал. Так, ну что, мы сила, мы единая. Нас тут всего лишь 3, я 4. Там есть еще и 5. Так, ну что, идем на точку Б. Там будет довольно жарко, вижу, там уже ведется огонь, но слишком далеко еще. Я вижу пока что 4, но это, конечно, нестабильно. Хорошо, давайте на полный ход вперед. Нужно как-то, не знаю, не тупо же вперед. Некоторые уже горят. Но новенькие есть у нас. Я вижу практически 3 кораблика новеньких. У нас 75 жизни. И там какая-то туманность. Даже не знаю, как же обойти, друзья. У нас есть 12 минут до конца боя. Хорошо, пойдем со всеми впереди уже. Так, давай лево на борт. Лево на борт. Ух, сколько там их на Б. И обойдем, наверное, с фланга попробуем. Ну, там мелкий кораблик, он довольно... Ух, как же прессует его. Очень сильно прессует, конечно, ему хана будет. А он отвлекающий маневр, а наша уже делегация пошла лево на борт. Нас осталось только 4, если не считать, конечно, малыша. Так, вижу, даже торпеды пустил. 10 километров, слишком далеко, мы уже обойдем остров и пойдем на точку Б. Но походу мы проигрываем, друзья, потому что нам нужно 1000 очков набрать, уже 730 у противника. И уже скоро проиграем. Нужно как-то поактивнее идти. Они просто держат точку Б и ждут нас-то. Ребята, давайте активнее, полным ходом, умирать так с песней. 7 километров по ту сторону острова. Там будет жесткий бой, потому что сразу будем принимать бой. 8 километров вижу. Так, можно уже выводить его. Да, уже ведет уже огонь, значит, мы сможем тоже скоро вести огонь. Так, ну что, ребята, давайте накажем противника. Вижу 3 корабля еще возле точки А. Ух ты, они присутствуют малыша. Малыш, держись. Ты отвлекающий маневр, пока мы с другими разбираемся. Так, ну что, ведем огонь. Огонь, конечно же. У него процентов 75 точно есть процент жизни. И слишком далеко. 8 километров. О, как далеко. Мои снаряды уже вон аж где упали. Ну-ка, давай наперед. Не знаю, куда они полетят, но куда-нибудь долетят, это точно. Да, попаданий у нас нету. И что у нас получается? Куда мы сделали круг? Мы сделали круг, тут слишком неудобно, конечно же. Слушайте, за малышом гоняются. Забавно получается. Уже в пятером гоняются.
Так, минус 5 кораблей, получается, это 6-й у них. Да, сейчас 6-го убьем и пойдем прям с тыльной стороны уже размочим. Но 780 уже очков есть. Нам нужно заходить на точку Б и, конечно, брать ее, защищать ее и брать. Ну, конечно, малыш, конечно, круто, что Малика отвлек на себя. И мы уже полной делегации двигаемся. Да, нас четверо, а 6-й ушел, походу, вокруг острова. Такие острова очень красиво. Так, ну что, вижу бойки точки Б, так что мы заходим на нее, походу. Будет довольно жесткий бой приниматься, я не вижу его. Он еще не определился, походу, делает вокруг острова, либо сразу за углом будет. Берем точку Б, и уже 839 очков, и нужно будет потом еще принимать бой уже. Да, принимай бой уже в открытом море. И уже точка Б берется. Берется, нет? Походу, да, берется точка Б. Ребята, входим быстрее, чтобы быстрее набралась. Так, 850, еще 150 очков. И где? Где 6-й? Хьюстон. Я 6-й, ну куда же делся-то? Хорошо, мы, наверное, прессуем тех. 9 километров слишком далеко, конечно. Бой очень долго затянулся. 9 минут еще. Так, стоп. Куда ты прешь на меня? Право на борт, стоп-машина, задний ход. Так, держим точку, 7 километров есть, так что можно вести огонь. Огонь, друзья! С тыльной стороны уже зашли. Так, я вижу, сделал все-таки маневр, да, я вижу, там один на один, надеюсь, у него КП будет много, у нашего союзника, он сможет его уничтожить. Так, рисуем прям в задницу. Слушайте, ну реально, малыш просто справился, но он погиб, походу. Но он, кажется, подбил, кораблики нет. Нет, хотя нет, 6-й еще живой. 6-й живой, мы бочком встаем уже и прессуем. Точка Б уже наша, друзья. 360 уже. Так, стоим на месте. В принципе, он сможет справиться. И нас осталось, походу, четверо. Да, один пошел вперед уже в атаку. Ну что, ведем огонь. Наперед, конечно. Так, нужно сделать. Полный ход не буду делать. Нужно держать дистанцию, чтобы точка Б захватывалась. И можно, в принципе, точку А пойти. Хотя нет, нужно держаться со своими. Так что у нас получается, есть еще по правой стороне. Ух ты, ну-ка держи снарядик. Слушайте, у них 100% жизни. Очень жестко. Сколько? 5 километров попадания есть. И прямо по курсу у нас получается остров. Тормози. И фугасник заряжаем. Заряжай фугасник скорее. Нужно все-таки поджечь маленько. Походу в нашу сторону летят. И фугасник давай. Огонь. Родной, тормози. Давай, полный ход, вперед. Лево на борт, там ребята уже идут в нашу сторону. И уже 420 очков, друзья. Нас осталось только трое. Там, походу, наш проиграл битву. Так, мы пройдем. Надеюсь, с тыльной стороны 6-й не зайдет. Хотя уже 4-5 кораблей осталось. Нашего размочили прух и прах. Друзья, я даже не знаю. Я пойду на точку А и все-таки попробую захватить ее. Хотя я, наверное, не уверен. 5 кораблей против 2, у нас 100% жизни есть у союзника. Так, впереди тоже есть остров, что-то с моими рулями все-таки случилось. Я надеюсь, не будет. Так, родной, пойдем со мной, все-таки на точку А пойдем и маленько нервишки пошалим противника. Я надеюсь, на скорости мы сможем уйти и маленько подстральник все-таки дадим. Ну-ка, держи, правда, далеко, не долетит. Родной, давай, полный ход и маленько маневрируем. Все-таки нужно уходить. Берем точку А и надеемся, что победа будет за нами. Практически 500 очков, да, 970. Уже практически проигрыш будет, друзья. Но мы хотя бы остались в живых и реально поняли, что это такой второй уровень и третий уровень. Это очень жесткий бой. Команда захватит точку Б. Да, она захватывает точку Б, заходит все-таки. 980. К сожалению, мы бой проиграли, но зато мы все-таки сохранились наши достоинства. Где? Точка А, вон, право на борт, и буйки я уже вижу. Так, сколько? 9 километров? Ну, нет, слишком далеко, конечно. 9 ровно, если то можно вести огонь. А вот 9,8, 7, он даже приближается ко мне. Ну-ка, ведем огонь, маленько попугаем его. Да, друзья, мы проиграли этот бой. Ну что, сыграем еще один бой. Довольно очень тяжелые бои. Один кораблик все-таки мы потопили. Ну что, друзья, у нас второй бой, и у нас тут нет третьего уровня. У нас получается 7 на 7, так что будет довольно весело и
Полно вперед, посмотрим по карте, куда нам нужно приплыть. Так, мы находимся прямо по центру, у нас точка Б, тут слишком мало островов, чтобы можно было прикрыться. Хотя можно встать между островами, так, полный ход у меня уже здесь, 10 узлов, можно, в принципе, по правую борт, и если что, прикрыться островами, проплыть тут, будет вести огонь довольно удобно. Хорошо, право на борт, если что, я прикрою еще товарища с правой стороны. Ну а что, друзья, 7 на 7, довольно уютный бой будет, никакого кипиша, все будет спокойно происходить, только нужно свои навыки натачивать. И у нас 4 пушки все готовы, фугасные заряжены. Так, мой друг, ты идешь полным ходом? Если что, берем точку А, я уже вижу противника возле на С, так что минус один уже точно есть. Там же есть еще второй и третий, друзья. Точка С будет самая жаркая, но туда движется практически 4 корабля. Так, минус 4, осталось всего лишь трое. Значит, ждем троих, вижу, еще один определился. Точка Б, берем точку А и уже прессуем на точку Б. Сколько? 9 километров, слишком далеко еще, чтобы вести огонь. Хотя нет, я вам скажу, можно вести огонь уже. И уже пошел снаряд, друзья. 8500. Так, я вижу, есть прям по курсу, у меня есть гости. Да, у меня есть гости и уже ведется огонь по мне, друзья. Ну что, фугасник поехал. Фугасник полетел уже вперед. Так, пройдем возле острова и берем точку. Точку оберем. Ох, снаряд летит. Летит реально. Ух, как эпично. Так, где мой напарник? Мне нужен напарник. Реально нужен напарник. У нас два корабля получается. Так, фугасник заряжается. И вперед давай. Все 4 пушки фугасные. В принципе, неплохо. 1100 сняли. Давай еще раз фугасник. Ведем огонь, войдем, обойдем вокруг острова уже. Да, два корабля, конечно, очень жарко, но мне это помогает кто там. Давай, родной, уже горим. Гори в аду, два корабля сможем, в принципе, если что-то с чем-то. Так, прям по курсу встал. Очень хорошо встал, друзья. Мы уже ведем огонь фугасными. Пускай уже загорится. Либо что-то у него испортится. Давай уже гори, родной. Что ж такое-то? Не хочешь загораться у них в какую? Так, 50 КПУ есть. Мы уже практически в одного ведем огонь. Сейчас переключим на, уже на бронебойный. Уже будем вести. Так, остров. Остров хорошо, может сделать перезарядку и маленько уже определиться, где кто есть. Так, вижу союзник. Так, переключаемся на бронебойный и ударим уже отсюда, друзья. Надеюсь, не поменял он курс. Он, кажется, пропал у меня. Да, на карте я его не вижу. Сейчас появится. Прямо перед нами должен появиться. Можем сделать маленькую даже стоп-машину, либо что-то с чем-то. Так, 5 километров вижу. Так, куда он делся? Он реально куда-то делся. Так, хорошо, будем вести уже по-другому. У нас есть другой. Ах, вот они куда делись. Так, ну-ка, огонь. Так, стоп-машина, конечно. Мы уже встали хорошенько. Так, так, стоп-машина, либо задний ход. Так, нужно добивать. Ох, полетели снаряды, я стою на месте. Очень жарко, и мне достанется очень сильно, я чувствую. Давай задний ход. Помаленьку задний ход. Уйдем за остров. Нормально. Так, чуть наперед, он делает полный ход. А мы делаем задний ход. Так что мы маленько все-таки маневрируем. Так что у нас? Я уже один остался. Да, друзья, я остался один. И задний ход очень медленно делает, я скажу. Уходим, уходим за остров. Маленько право на борт. Попадание есть. Там есть еще один. Ох, как жарко. Так, минус один уже. Мы маленько проигрываем даже, скажу вам, бойду. Это сражение мы проигрываем. И нам нужно все-таки что-то взять себе в руки. Так, теперь полный, полный вперед, лево на борт. Ох, друзья, он горит. Это, конечно, хороший знак. И прессуем пока, что он горит. Либо он уже подбит, друзья. Да, он уже подбит, уже переключаемся на другого. И я думаю, нужно догонять его. Там кто-то прессует его. Все-таки есть мои союзники. Да, в погоню, друзья. Точка наша, на точке Б какая-то неразбериха. Точка С тоже, очень жарко все происходит. Так, ну что, догоняем, конечно. И уже огонь. 50% у меня жизни. Очень печально, конечно. Так он движется чуть правее. Сейчас встанем бочком и все-таки пойдем. У нас 7 километров, в принципе, можно развернуться. До 8, с половинкой хотя бы. Точка Б очень жарко, вижу, но нужно догнать противника и уничтожить, конечно. Так, он, походу, задний ход делал. Сейчас делает передний ход. И довольно хорошо, эпично все происходит. Так делать, да, полный вперед делает. Давай наперед. Ух, как он быстренько поехал там.
Попадание все-таки есть. Нужно переключиться на фугасный, маленького поджарить. Слишком разогнался, я скажу вам. Так, чуть ниже. Прям в трубу попал. Так, ну еще скорость набирает. Слушайте, какой шустренький-то. Надеюсь, впереди нет острова. Нет, впереди нет острова. Есть соперник только. Вот так будет идеально. Прям вперед. Да, очень неплохо попали. Перезарядка еще бронебойная. Нужно добивать его. Не упускать нужно момента. 50%. И что у нас? Тушим? Тушим, что ли? Нет, все в порядке. Пока же все в порядке. Ведем огонь. Да реально уже поджарься, уж сколько я стал жизни. Ну что, кто кого, друзья? Я уже остался один. Один против него остался. Давай наперед. Родной, давай уже, потопись уже, наконец-то. Еще раз и два попасть в него, и ему будет хана. Ну давай, родной, остался. Буквально чуток остался. Тушим, тушим уже. Последний снаряд, и он уходит за остров, друзья. Что же будет? Да, друзья, подбили. Потушили тоже. Что у нас получается? Друзья, я остался один, их осталось трое. У меня очень мало жизни. Я даже не знаю, что. Я думаю, закончим на эту серию, потому что я просто уйду уже подальше. И мы проиграем по очкам. Да, мы уходим уже просто в открытый океан. Но нам мы, конечно, показали своем. Один кораблик потопили, 66 попаданий у нас есть. И мы просто уходим отсюда, с поля битвы. Ну что, а с вами был Спикер, и мы увидимся в других роликах. Всем спасибо и всем пока.